Вот она связь, дорогие друзья, рад приветствовать вас в новой серии экипа Гаррис Моду. Как вы, наверное, поняли под вот этим вот АТРТ, сегодня будет какой-то бомбический ивент. Я, ребята, если честно, уже сам не могу дождаться. Но, ребята, если вы также ждете его, как и я, давайте здесь наберем 45 лайков. И также обязательно напишите свои комментарии. Я каждый читаю, на каждый отвечаю, каждый лайкаю. Ну, а если ты здесь вдруг впервые, то обязательно подпишись. Всем желаю приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Ребят, наверное, вы заметили, что в этой серии я буду играть от третьего лица, и обязательно напишите, как вам будет лучше, как вам удобнее, от первого лица или от третьего, ребят, это тоже очень важно. Впрочем, ребят, сейчас вы сможете проголосовать об этом в правом верхнем углу, оставляйте свой голос, мне он очень важен. Ох, ребята, капец, у нас, короче, нападение дроидов на Винатор, офигеть, ребят, вот это нежданчик, если честно. Так, ребят, почему-то у меня перезарядки что-то затупило, видно, заело. Охренеть, ребята, сколько их там, блин, мне срочно прямо нужно подкрепление, где наши все клоны, охренеть. Все, ребята, будем отстреливаться, наверное. Так, минус один есть. Так, ребята, я, наверное, включу вид от первого лица, потому что так не очень удобно. Так, все, ребята, включила вид от первого лица. Все, давайте их сейчас будем макарать потихонечку. Минус дроид. Минус второй, минус третий. О, ребят, неплохая такая ручка. Смотрите, мы их прямо сносим. Очень так классно. Так, отлично, все, ребята. Тогда будем сейчас освобождать наш офигенный винатор от этих бидонов чертовых. Так, все, ребята, отлично. Там, кажется, кто-то еще их перестреливает. Все, отлично, минус еще один. Так, ребята, все, там вон еще один дроид вроде как остался, и все, вроде больше никого нету, да? Все, давайте все проверим. Всю местность, ребята, мы проверим. Все, отлично, больше никого не осталось, охрененно. Так, это офигеть, смотрите, ребят, здесь даже джедай валяется. Давайте мы его и поднимем, пожалуй. Потому что, ребята, джеды, и это наши друзья. Не забываем, что джедай, и это наши друзья. Сейчас мы его с вами и поднимем, давай. Ребят, это просто какой-то бред, охренеть. Прям на последнем вот этой херотени я прям... Ну ладно, короче, ребят, давайте его поднимайте. Офигеть, ребята, что это за музыка? Починить генератор, ребят, нам надо. Все, давайте пойдем починим генератор, потому что, блин, без генератора будет все не очень такие хорошо. Давайте пойдем тогда лучше за джедаем, с ним будет безопаснее. Где у нас такой генератор? Пиздец, 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 пиздец. Это просто пиздец. Все, ребята, три бойца клона и один джедай. Я практически, скажем так, не волнуюсь. Охренеть, смотрите-ка, еще дроиды. Офигеть, что это за дроиды, ребят? Блин, по джедаю бы не попасть. Очень, ребят, опасное такое место. Главное не попасть по джедаю. Отлично, джедай у нас валяется. Давайте, ребят, прикрывайте, я его подниму. А, ладно, он исчез куда-то, окей, я понял. Так, все, зачистили мы этот, скажем так, туннельчик. Охренеть, ребята, сколько там чертовых бидонов, боже мой, мать его. Ребята, ладно, тогда будем потихонечку зачищать. Ой, похоже... Все, вроде никого нету, офигеть. Все, ребята, херачим, херачим. Все, потихонечку будем прорываться тогда. Идите, уничтожьте ситка. Блин, ребята, очень красиво, я вам скажу так. Темно, синие пули летят, красные, охренеть прям. Так, здесь никого вроде нету. Да, будем всегда на готове, скажем так, на прицеле, чтобы не упускать врага из виду. Так, а где остальные? Блин, ребята, где... Вот они там остальные, да, подождите. Да, там остальные, все окей. Я уже, ребят, начал переволновываться. Так, ребят, ну и 19 брони, 63 хп. Охренеть, еще дроиды. Ребята, все, встаем в укрытие, чтобы нас, не дай бог, не убили. 11 брони у нас остается. Потихонечку будем отстреливать их. И зарабатывать денежки, ребята, кстати. Да еще и опыта, нормально. Так, офигеть, мы, кажется, круг прошли. Ладно, нормально, хотя бы зачистили винатор. Так, все, подожди, в кого ты там стреляешь, чувак? Там же никого. Это кто такой еще? Это наш или кто? Охренеть, ребята! Охренеть! Не могу, бля, я не могу нахуй уже, просто пиздец, я заебался. Ребят, нас, короче, убил какой-то ситх, здесь еще и ситх у них на корабле, вернее, у нас на корабле, охренеть можно. Не, ребят, нормально, клоны против ситхов и дроидов, тем более дроидов здесь просто куча тьма. Все, отлично, тогда возьмем оружку и будем их, так сказать, карать, потому что, ребята, клоны просто так не сдаются. Мы, ребята, вообще-то, знаете, обучались не просто так. Так, это кто? Вот этот чертов ситх. Все, его мы, ребят, кажется, убили или нет? Подождите. Да, вон он, ребята, бежит.
Беги, урод, беги. А, ребята, охренеть. Я просто хочу уничтожить канцер. Да покажите мне канцер. Да что ты стреляешь? По себе постреляйте. Чего, блядь? Ребят, в общем-то, второй раз убили Ота. О, подождите, свет появился или мне показалось? Подождите. Нет, ребят, кажется, свет появился. Да, охрененно, но там кто-то идет к нам. Подождите, у меня даже оружки нет. Кто это? Офигеть, это какой-то дроид. Подождите, это какой-то дроид. Сейчас мы этого бидона чертова и уничтожим. Нам надо как-то незаметно тогда пробраться, да? И херануть его. А где он? Подождите. О, вот он, ребят. Смотрите, вот этот урод. Так нечестно, это гей, не гей. Короче, ребят, меня убил этот чертов дроид, но теперь, как я понял, наша задача уничтожить ситхов, но прежде нам нужно истребить вот этого чертова уродца, который нам мешает и препятствует. Ладно, ребят, я продолжу, как мы встретим этого чертова дурачка и покараем его. Где он? Подождите, дайте мне его. Вот он. Вот он. Ай, почему оно так стреляет? Глупо, ребята. Давай, давай, чувак, схватим его вместе. Где он? Фонарик выключил, он пропадет. Да, точно. Ну, а как без фонарика нам здесь? Вон он, ребят, этот урод. Я по нему попал, так все, в укрытие надо отойти будет. Так, ребят, нужен медик срочно. Все, давайте, жмите его, пацаны, жмите. Все, ребят, зажали мы его, кажется. Подождите, это еще кто? Или он убежал от нас? Так, ребят, кажется, он от нас ушел, но я чувствую что-то, что у него хп осталось немного. Так, тут никого нет, окей. Блин, ребята, так темно, охренеть, ничего не видно. Но вроде тут также никого нету, тут арсенал, планетки какие-то летают. Ладно, ребят, вроде здесь никого нету, все чисто. Ладно, давайте выйдем отсюда и будем потихонечку искать его. Не, на лифте бы он не успел бы уйти, так что, ребята, думаю, он где-то умер, либо хрен знает. Либо он туда убежал. Скорее всего, он убежал туда, но идти смысла одному туда нету. Но все же, ребята, у нас остается задача боевого вылета уничтожить ситха. А где этот ситх, хрен его знает. Так, ребята, кого-то я вижу, подождите, кого-то я вижу. Это либо наш, либо хер его знает, кто это, подождите. Кого-то вижу, кажись наша, подождите, кажись клоны, да? Так, ребят, хрен его знает, отсюда ничего не видно. Надо будет подойти ближе, так, все, за этой дверью кто-то стоит. Так, тихо, ребят, хрен... Подождите, дроиды валяются, да? Валяются дроиды. Блин, это кто еще вылетел? Ой, ребята, что происходит? Блин, ребят, вообще ни хрена ничего не понятно. Так, даже РК-клон у нас еле-еле как справляется, подожди. Так, невидимку он включил. Вон он, этот урод. Охренеть, я, ребят, кого-то убил. Это, похоже, дроид командный был, потому что именно на него он и был похож. Все, давай, открывай. Вон там это вот урод, да, все, я его вижу. Так, ребят, ну очень опасно туда пробираться, если честно. Давай, открывай дверь и погнали. Охренеть, ребят, этот был супер штурм. Все, пошли. Кто меня убил? Спаси меня, чувак, давай, красава. Все, ребят, красавчик, подождите, это еще кто? Это ситх? Ребята, побеждаем ситха! Где я? Что за бред? Где я очутился? Дроид команды, ребята, где я очутился? Подождите. Все, убил двух дроидов команды, где я очутился? Ах ты урод. Нет, ребята, он должен погибнуть. Все, ребята, сваливаем отсюда, мы должны добежать. Да уйди! Ребята, я хотел убежать, но ни хрена не получилось. Подождите, нет! Я убью его, ребята, я чувствую это! Я это чувствую! Что он сейчас будет мертвым. Хренач его, пацаны, хренач! Спину заходи, спину! Убивайте его! Все, ребята, давайте отстреливаем. Ой-ой-ой, я чувствую, что нужна эвакуация, ребята! Так, что-то я запутался, подождите, он сейчас отсюда вылетит, да? Открой дверь. Дверь, уходим. Все, уходим. Красава, братан, красава. Все, ребят, меня спасли, но этого сита хер убьешь. Все, ребята, его хер убьешь, если честно, но мы попытаемся. Все, давай, штурмуй, херач по нему. Охренеть, ребята, он бежит.
Короче, ребят, я думаю, что нам нужен GD, потому что, блин, два-три клона на одного ситха, ну это невозможно. Тем более, вообще, видели у него какой меч? Если, ребята, кто не очень разбирается в ЗВ, то я вам скажу, это меч древнего ситха. То есть, ребята, это какой-то могущественный по-настоящему ситх, так что нам нужен по-любому GD, а где GD, хрен его знает. Ладно, давайте пойдем тогда в большой ангар, да посмотрим, что там, блин, ребята, там так темно, охренеть можно. Но мы не будем трусить, да пойдем посмотрим. Охренеть, сколько здесь дроидов? Почему у меня оружие тупило? Подождите, офигеть, они еще там, да? Блин, ребят, мне требуется подкрепление, потому что... А, вот этот урод, да? Все, ребята, минус 2 дроида, но у меня осталось 80 хп и 20 брони, блин. Мне нужно подкрепление, срочно. Так, все, еще минус 1 дроид, отлично. Так, продвигаемся дальше, это какой-то наш чувак был, куда-то он исчез, окей. Будем тогда потихонечку продвигаться по большому ангару. Вот, еще минус 1 дроид, так... Давай, убивай, хорошо, отлично, убил я, кажется, дроид. А, нет, ребята, он в этой, короче, находится за щитами. Все, хана тебе, чувак, хана. Давай, погибай, умирай, все, отлично. Охренеть, ребята, засадимся на АТРТ и действуем уже по-хорошему. Все, ребята, берем АТРТ и погнали. Все, давай, умирай, умирай, чувак. О, ребята, подождите, как им управлять, подождите. Как им управлять, ребята? Охренеть, ребята, как им управлять, подождите. Подожди, урод. Ребята, я его задавить не могу. Короче, эвакуируемся. Уходим. Так, парни, подождите. Может, вид от третьего лица включить? А как тут включить вид от третьего лица? Подождите, ребят, как его убить? Почему-то у меня не попадает по цели. Эй-эй-эй, подожди, нет. Так, мне кажется, что что-то не так. Нам нужно... О, ребята, тоже хочу на этой штуке. Подождите, давайте тоже попытаемся взять АТРТ, потому что я тоже хочу попробовать. Все, ребята, давайте пытаемся взять АТРТ и пошлите, пожалуй. Все, погнали, побежали. Все, ребята, сейчас тоже будем, короче, уничтожать. Все, отлично, подожди, подожди. О, ребята, все, смотрите. Я начал, кажется, попадать, да. Подожди, не, не уходи. Все, отлично, ребята, ведем обстрел. Ну, что-то, ребята, мне подсказывает, что ей также ни хрена ничего не меняется. Но мы, ребята, будем вести обстрел дальше, пока не уничтожим их, чертов истребитель. Блин, ребята, я вообще не понимаю, что... О-о-о, красавчики, парни, красавчики, все, молодцы. Бойцы, заберите световой меч в ситх. Где световой меч, подожди, где световой меч? Охренеть, ребята, сколько же здесь крови, какая же здесь перестрелка жестко была. О, ребята. Так, то есть, возьмите ситх и выкинем его за бок. Давайте, ребята, выкидывайте его нахрен. Да, так надо, я не знаю, чтобы его держал силы этот... Порсюзер, чтобы он не это... О, не, он что-то ему плохо, наверное. Пока, Сит! Вот и все, ребята, вот так надо, короче, с ситхами поступать. В общем-то, ребят, как вы, наверное, поняли, вот и закончился этот жесткий ивент. Да, ребят, было жарко, было и немножко страшно, потому что, ну, вы сами видели, это древний ситх с древним мечом, ребята, он, я думаю, вас тоже напугал. Ну, что ж, ребята, если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Ну, а если ты здесь вдруг впервые, обязательно подпишись. Ну, а на связи был, как всегда, Ото, всем до связи и всем пока.